Финансирование нацпроектов на Кубани увеличилось до 78 миллиардов рублей. Такая цифра была озвучена на совещании регионального проекта комитета под председательством губернатора края Вениамина Кондратьева. Из анапской студии в формате видеоселектора в обсуждении принял участие мэр курорта Василий Швец. Совсем скоро в селе Суко будет открыт современный дом культуры, построенный благодаря нацпроекту. Завершается установка мебели и необходимого оборудования. В ДК будут предусмотрены концертный зал, классы для хореографических и вокальных занятий, гончарная мастерская и многое другое. Коллеги, главный департамент образования благодарен там, где на лично в вашем контроле находится реализация у нас проектов. Еще раз подчеркиваю, где бы ни было, большой район, маленький, поселок, утор, село, станица, еще раз говорю, что везде, везде живут люди, везде. И они хотят видеть, еще раз подчеркиваю, видимое изменение окружающей в их жизни. А это в первую очередь общественные пространства, социальные объекты. Вот строим.